Всем привет! Сегодня будет разоблачение Нади Стручон Бравлер. На оформлении у него стоит динамайк из бровь Стаса. Видимо, мы разберем потом, что у него в каналах. В каналах у него Петрич, Даркняшик это зарубежный ютубер. В обсуждении творится всякий хаос, а в канале у него есть следующая инфа. Дат регистрации 8 дек. 2015 год 20360 просмотров. Интересно, почему у него 20к, если на канале у него 29к? Ну а теперь к сладенькому, к виде на канале. Да, я знаю, что я слишком поздно делаю разоблачение, но вы знаете, из-за чего я не делал? Правильно, лень матушка. Окей, смотрим первое видео. Look at this dude. No. Ah, look at the top of his head. Look at his lips. Так, окей. Первое видео мы пережили. Что насчет второго? Вы кто такие? Я вас не звал! Идите на... Я делаю флекс. И кушаю кекс. А мы делаем флекс. Я горячий мексиканец. Был плохой самосвязь.